«Кайфуем» тоже стала хитом, но никто до сих пор не видел ее автора и исполнителя Арсена Петросова. Сегодня впервые в нашей программе певец расскажет, где он скрывается от своих поклонников. Сегодня он выходит с нами на связь из Лос-Анджелеса вместе со своей семьей. Арсен, Леон и Сандра, добрый вечер! Добрый вечер, Россия! Добрый вечер, Москва! Привет, Андрей! Добрый вечер! Добрый вечер. Ну, вы уже наверняка слышали о популярности песни «Кайфуем» в России, а в Америке эта песня также популярна среди русской диаспоры? Да, действительно, это так. Песня зажигательная, песня про любовь. Она сейчас популярна и известна уже во всем мире, не только в Лос-Анджелесе, не только в ресторанах. Ее исполняет диджей, крутит на всех дискотеках, клубах по всему миру. И подтверждение этого мы получаем по имейлу и на фан-клубе. Много писем и откликов с благодарностями людей и восхищением. И мы очень рады, что людям это нравится. И следствием этого является новый альбом, который вышел в России, который так и называется «Кайфуем» на Monolith Records. Это альбом, который вышел в Москве. Все наши песни мы пишем вдвоем с моим отцом Леоном Петросовым. И музыку, и слова, и аранжировки мы делаем все сами. Это моя сестра Сандра Петросова, а все вместе это экспресс-бенд Леона Петросова, наш музыкальный коллектив семейный. Насчет того, предполагали ли мы успех этой песни, конечно же нет. Мы не думали, что именно эта песня вот так вот выстрелит, станет такой, это невозможно угадать, таким хитом, такой бомбой и будет известна по всему миру. У нас много песен, и мы как бы, как авторы, надеемся на каждую из этих песен, но народ выбирает своего любимца, как говорится. Мы просто хотели подарить людям больше положительных эмоций, больше добра, и когда мы писали эту песню, мы хотели в этой песне передать людям наше настроение, чтобы у них тоже эта музыка и вообще все наши песни мы стараемся писать, чтобы у людей вызывали положительные эмоции и только позитив. А песня «Кайфуем» разрывает тоже сегодня все хит-парады страны. Внимание на экран. Безусловно, нам известно о популярности песни «Кайфуем» в России и также по всему миру. Я приехал в город Апатиты, включаю местную радиостанцию, концерт по заявкам, да? Он идет с 3 до 4, 3 часа дня, значит, звонок на радиостанцию. Можно песню «Кайфуем»? Я думаю, о, ну ладно, хорошо, раз, открывается заявкой. В середине программы, а можно еще раз песню «Кайфуем»? Конечно, можно. И заканчивается час по заявкам тоже песни «Кайфуем». Мы с моим сыном, так как он является моим соавтором, у нас тандем творческий. Мы в песне «91» на фестивале получили приз, не приз, а диплом за песню «Танго на льду». Вот. А также мой сын как раз в этот же, в один период произошло, он выступал в программе Юрия Николаева «Утренняя звезда». «Утренняя звезда». Дело в том, что популярность наших песен произошла не конкретно сразу через интернет. Мы выпускали много альбомов, вот они все здесь. Все эти диски, все эти CD, альбомы выпущены в Америке. Это все наши песни, наше творчество. Написаны, да, только один новый, который «Кайфуем», он выпущен в Москве. Выпускали мы наши альбомы с 97 года и по сей день это делаем, продолжаем. Так, наши поклонники, наша публика покупала у нас наши альбомы, и когда они увозили с собой диски и давали переписывать людям, как бы это так произошло. И только потом люди уже стали выкладывать их на интернет. Сами мы этим не занимались. И мы узнали гораздо позже об этом. Песня «Кайфуем» тоже стала хитом, но никто до сих пор не видел ее автора и исполнителя Арсена Петросова. Сегодня впервые в нашей программе певец расскажет, где он скрывается от своих поклонников. А поклонникам, что я могу сказать, что мы можем сказать?
Спасибо. Спасибо, прежде всего, от всей души, что вы полюбили наши песни, что вы любите нашу музыку, наше творчество, потому что без вас, конечно, без поклонников, без своей публики, ни один артист не может состояться в его творческой судьбе, в жизни. Спасибо. 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 Можете рассказать нам о своей семье? У вас есть жена, дети? С удовольствием. Диана, Ника, Леон. Это моя супруга Диана, это мой маленький сын, 7 месяцев ему, Леончик. Леон Петросов-младший. Это моя племянница Ника. Сейчас он концерт. Продолжатель дела. Концерты пошли. Так как у нас музыкальная семья, мы очень надеемся, что наши дети, внуки будут продолжать наши традиции, наше дело, нашу музыкальную династию. Эта песня — это альтернатива тому, что происходит сейчас. Это альтернатива гламуру, это альтернатива сделанности. Когда люди, зритель видит что-то непосредственное, они, естественно, на это реагируют. Внимание на экран. Совсем недавно, в конце прошлого года, у нас состоялся сольный концерт в Нью-Йорке, в Большом театре «Миллениум», концертный зал, самый центральный. Был полный аншлаг, мы очень благодарны нашим поклонникам и слушателям. В ближайшее время, в ближайшее будущее мы планируем сделать гастрольный тур по Соединенным Штатам Америки в тех городах, где есть русскоязычная публика, естественно. Мы очень ждем всех наших поклонников на наших концертах. Мы собираемся выпускать 2 новых альбома, опять же, с нашими песнями, на стихи и музыку Леона Арсена Петросовых, наши оригинальные диски. И, конечно же, мы хотим попасть в Россию, приехать с концертами, с гастролями. Мы очень будем рады тому, что российский слушатель, российская публика сможет познакомиться с нашим творчеством поближе. Еще раз спасибо всем нашим поклонникам за их доброту, любовь и тепло. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Андрей. У меня на дне рождения она прозвучала очень много раз. Арсен, может быть, вы исполните песню «Кайфуем»? С удовольствием. Тихо-тихо, сердце бьется от любви. Ты расслабься и в глаза мне посмотри. В этот вечер нам с тобою по пути. Мне красивой такой не найти. Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем, а я опять тебя целую и забываю обо всем. Кайфуем! Тебя я сам себе ревную, да просто мы с тобой кайфуем, не вспоминая ни о чем. Ну что ж, спасибо, Арсен, спасибо, Лос-Анджелес. До встречи, до свидания. Спасибо, до встречи, Россия. Мы очень надеемся на ближайшую встречу с нашими поклонниками в России. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.